Вот Ковёл вот так вот, да, гейдипер у него 38 градусов. Такой обзорщик у него. Это вот 38 градусов, вот она у него, все так красиво все. Везде заклеено. Это ты с пушечка у тебя, да? Да, ТСП. ТСП. А что у тебя за основание? Стига Energy. Стига Energy. Так, ну. Вот так вот. Это какое аловское основание? Какое оно? А? Ты вообще аловский любишь, да? Нет, это оф-минус. А, оф-минус, да? Да? Это у тебя такая атака такая, да? Ну, вот она, это бигдипер, да, у него. Она 38. Ближе к колораунду, такой бигдипер, такой коробочки. Такой коробочки. Все, все на чисто русском языке, если кто-то умеет читать по-русски. Да, да, все это чисто, очень понятно. Да, это все чисто на русском, поэтому, в общем, блин. Ну, она ему очень зашла. Ну, да, китайская. Короче, вращает. Замена Дунику. Замена Дунику. Вообще, Дуник был С2. Откуда С2? В общем, ТСПуха, конечно, тут вообще, она, блин, ну, много беды делает. Контрольная, она, да. Контрольная, она. Противная резинка, многие ее не любят. Она не сильно, губка у нее плотная, сколько губка, где-то, наверное, тут полторушечка, наверное, да, на толщину. Нет, 1.0, 1.1 она может быть, да? От 1.0 до 1.3. Ну, в общем, она играет, блин, вот со стороны вообще, как длинные шипы, она, в общем, такая. Очень-очень, короче, конечно, ты к ней привык очень, ну, сильно. Я когда с ее одел, я прозрел. Да? Я прозрел, да, когда ее... Людям начала игра получаться. Да, 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 да. Короче, вот, да, он ему. Вот так... это для тех, кто слева неконтрольная игра. Неконтрольная игра слева. Да, кто там не может контролировать слева, хорошо заходит эта губка. Ну, вот. Это резинка. Мне зашла. Отлично. Вот, в общем, ТСПуха вот такая вот на. Трипл-чоп. Ой, трипл-чоп, короче. Вот такой обзорчик у нас сегодня. Ракеточки, калька. В общем, блин, все. Друзья, всем привет. Вот, а, нет, это. А, это вот она, ты испуха, это, нет, да? Короче, нет, коробка, это коробка не с нее. Это Родионов таким играет. Родионов играет, да? Да, это Родионов такой играет. Ясно. Ну, в общем, короче, потом Родионов обзор спин сделаем. Трипл спин. Трипл спин. Да, такая. Вот такая, в общем, а ну-ка мы так вот. А, вот такая вот. Ну, это все, конечно, такое мощное, очень мощное. Ну, такое, накладки не дешевые. Не дешевые накладки, поэтому, ну, достойные, в общем, это. Можно я играть долго. Против них очень тяжело играть, в общем, блин, так и горян. Так, все, в общем, такой Роман обзорчик. Роман Сафронов играет красный. Да, Роман Сафронов, да. Кстати, вот, по-моему, и Кучеров такая же тоже у него стоит. Так, все, да, у него тоже там, по-моему, ты испуха. Но на другой у него стоит, у него на одной стоит. А? У Волки, да, у него ТСПуха стоит, да, да, да. Так, ну все, давайте, в общем, всем давай. До новых встреч. До новых встреч, да.